Ей треть, Дед Мороз такую песню не знает. Не хочет. Да давай, давай уже. Не, интересная серия была. Жалко то, что ее мало так посмотрели. Ну, ну, а что дальше? Сбудется все, что шнится. Ага, да. Смотри на подарок. Привет. Да, 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 да. Пошли с Антоном гулять. Подожди, я серию смотрю нашу. Предыдущую нашу серию с тобой смотрю. Я серию смотрю нашу. Пошли с Антоном погулять. Как и... Он... Да все нормально с Антоном, отстань, подожди. Да, да дай я посмотрю серию, Кать. Дай мне за последний месяц нормально в компе посидеть. Ты хочешь с сыном общаться? Я хочу, я с сыном общаюсь, сын там в углу стоит, с ним все нормально. Сейчас, подожди, я серию смотрю. Ты каждый день сидишь, смотришь. Я не каждый день, я не смотрю каждый день, я ролики записываю каждый день. Пожалуйста, дай... пойдем погуляем. Да, да, вот сейчас серию посмотрю и погуляем, конечно же. Подожди, сейчас. Пошли с Антоном так гулять! Дрить, колотить, мать! Да все нормально там с Антоном! Сидит он! Так все нормально, так пошли погуляем! Че он бедный сидит там? Вот! Пацан у нас интроверт! Он любит дома в уголке сидеть. Тем более, он наказан! Он наказан! Что? Слишком громко пукнул сегодня. Вот. Я смотрел фильм, точнее, сериал, он такой как фыцнул, я такой, Антон, не стыдно, и наказал его. Ты его сам интровертом делаешь, пошли погуляем с ним, развлечемся, в парк от аглоглакционов. Кто-то ходил хоть раз в парк аглоглакционов? Я советую вам туда сходить. Мне кажется, там аглоглатывают очень хорошо, ну, в плане... Успокойся, короче, мать, давай ты сама с ним погуляешь, я пойду полежу, потому что ты заколебал. Я устал! Все, давай. Я пойду полежу, короче, все, давай. Фу, так, ну ладно, я же мать. Я же мать! Пойдем погуляем с сынышкой, сынышка, так, он где? Это не Антон. Это не Антон! Чё? Где Антон? Чё за подстава? Это не Антон. Мать совсем с ума сошла, вот Антон в угле там стоит. Ты посмотрел, он не так выглядел. У него были маленькие белые цветочки, листики такие зеленые в разные стороны. Ты чё за гигант? Вот Антон перед тобой стоит. Очки, подожди, у меня где-то здесь очки есть, которые я... Ну вот очки можешь ты взять. Ты чё, с детского сада не того ребенка забрал? Антон. Нет. Это Антон. Это не Антон. Это тебе Антон. Показать фотографию Антона? Подожди, сын растет. Покажи мне фотографию Антона. Это не Антон. Это Антон. Вот одно лицо... Да. Понимаешь, сын растет. Сын как бы вырастает. Вот, вот он. Ну, он... ну скажите же в комментах то, что Антон... Настоящий Антошка. Антон. Антон. Тон. Ан. Ты про нашего Антона! А я думал этого пацаненка соседнего, из соседнего двора, соседнего дома, соседней квартиры на соседнем участке. Где Антон? Да все нормально, Антон гуляет с пацанами во дворе. Где? Вот, сейчас, вот, и выйди на улицу, он там, я думаю просто, какой Антон, какой Антон, вот, вот видишь, здание какое, вот он в этом здании. Я пойду проверю, сейчас вот, таких вот вчера этого здания... Пиздюлей получит у меня. Кто, Антон? Антон. Почему? Чего он вообще здесь забыл? Он гуляет в этом здании. То есть я тебя звала гулять с Антоном? Ты сказал, да я забыл, что... я просто фильм этот там смотрю. Вот, может ты найдешь, где дверь, я не знаю. Ну, должно же что-то выделяться на этой планете. Как, ну, вот там его... Ты опять меня троллишь, я не троллю! Ребят, ну вы же знаете то, что я не умею вообще троллить. Ой, ты господи, а шо это так? Шо это так? Это Антон? Это Редстоун. Это все нормально. Ничего не ломай, ничего не ломай. А, ну все, ты сломала всю дверь. Короче, эта сопля зеленая, она может тебя подбросить в воздух. Только нужно идти противовес. Вот запрыгни на эту соплю зеленую, и тебе нужно что-то кинуть на вот эту деревянную нажимную плиту. Ага, ну, хорошо, сейчас найду. Это сзади, 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 там друзья Антона, можешь их порезать, вот. Да? Ну, да, их можно положить. Не жалей, не жалей, они бандиты. Не надо, чтобы Антон связался с такой плохой компанией, поэтому вот. Всех вырежи. Вот так Антон выглядел. Вот так Антон выглядел, но это не Антон. Не ломай братьев Антона. Я вижу, что это не Антон. Все, все, иди в ту сторону, туда, туда. Ага. Вот, короче, запрыгивай на вот эту зеленую жижу. Ну, короче, вот это должно тебя подбросить, я не знаю. Это не троллинг, это вообще ничего. Это просто, ну, защита от хейтеров, защита от гриферов. Ну, вот такой специальный вход в мой дом. В твой?
Ну, в дом, который на улице стоит, там, где Антон гуляет. Не, в смысле, это не, не пудри мне мозги, пожалуйста, матушка. Нажимай, нажимай. Короче, бросай на отчет нажимную плиту и подлетай уже в воздух. Зачем ты скриншот сделала? Год, ну чё, я играть в Майнкрафт? Ядрёна кочерышка, бросаешь предмет и залетаешь сюда наверх. Чайно, как ты 20 лет прожила на этой планете, если ты за год не можешь в Майнкрафт научиться играть? Все, хватит детей бросать с крыши. Забирайся на крышу. О, сейчас нужно тебе как-то внутрь попасть. Я слышал то, что Антон там внутри где-то гуляет. Опа, что это такое? Ай! Так, не входи, не входи туда, не входи. Не входи, я сказал, не входи! Ну, когда тебе человек говорит, не входи, значит, нужно не входить. Я ж тебе не сказал, входи. Тебе когда, нельзя доверять. Когда ты мне говоришь, входи, я не вхожу. Вот здесь, в следующей комнате. Вот в следующей комнате будет ответ на вопрос, где наш сын. Зайди, посмотри. Сначала... Что? Скажи. Что? Новый год прошел, получили они подарок? А, Новый год прошел, да, кстати. Получил ли ты свой подарок? Вот. И напиши в комментах, какой подарок ты получил. Я вот получил Funko Pop Дэдпула в халатике с панда и тапочками единорога. Катюха получила, не скажем, вот. Если хочешь, мы тебе скажем, если ты прямо сейчас подпишешься на канал. Нужно подписываться на канал. Ну смотри, если ты не подпишешься на канал... Чё придумать такое? Ой, чё там дальше у нас? Какие чё праздники? Там праздники какие? Короче, если ты не подпишешься прямо сейчас на канал и нажмешь на колокольчик, то... Каникулы закончатся прямо сейчас. Каникулы закончатся прямо через 5 минут. Вот не через там пару дней, а через 5 минут. Поэтому подпишись, пожалуйста, прямо сейчас. А ты давай заходи в следующую комнату, там будет ответ на вопрос, когда меня спрашивают, где Антон? Вот заходи в следующую комнату. Заходи. Ну зайди. Куда? Вот. Когда меня спрашивают, где Антон, я такой, так фиг его знает, где Антон, я не знаю, где, вот посмотри на него, я не знаю, он говорит, не знаю, вот и я не знаю, где Антон, подожди! Ну? Зайди, короче, ладно. В следующей комнате мать Антона. Антон просто очень сильно любит свою маму. Подожди! Развернись! Нам нужно маму Антона посмотреть. Да посмотри на мать Антона! Хорошая женщина. Где Антон? Вот подождите, вот смотри. Эта женщина не дала мне в начале этой серии досмотреть ролик предыдущей нашей серии, когда она сломала мою машину. Все, я ухожу! Сейчас все будет, хорошо. Заходи в дверь. Какую? Вот в ту. Вот в эту, да. А может в эту? Может в эту. Где в эту? Да может в эту. Скорее всего в эту, да. Угу. Заходи. Зайди ты уже в какую-то дверь! Угу. Вот я не знаю, там что-то должно быть. Вот, опа. Господи. Плохая кнопочка оказалась, убила тебя. Вот не надо на всякие кнопки тыкать подряд. Это первое правило троллинга. Ну, хватит на себя смотреть. Давай в следующую дверь проходи. Вот в эту можешь зайти, да, здесь не хочешь. Подожди. А, это просто курица. Яйца, да возьми ты яйца от нее. Нет. Да возьми ты яйца от нее. Говорю, курица хорошая была. Зачем ты в лаву пошла? Найди Антона уже наконец-то, Катя. Посмотрите, сама начала на меня кричать то, что... Опять? Мать Антона, если не знала. Спасибо, я знаю. Все, вот. Курочки, зайди ты уже наконец-то, а? Яйца нужно забрать у нее. Нет, я ей... Да подойди ближе к ней, не? Алло. Ой... А зачем ты курицу-то ударила?
Кукарекую. Кукарекую. А, это петух получается. Петух слишком на курицу был похож. Так, ну и последняя дверь, конечно же. Сразу нужно было. Ай, ай, тихо, тихо, тихо. Ай, тихо. Зайди. Вот, сейчас тебе нужно нажать на вот эту нажимную плиту. Да нажми ты на нажимную плиту. А, да, ага. Кать, беги, беги, беги! Да. Лавовая стена сейчас на тебя обрушится! В дверь, беги, давай забегай, в дверь, Да Кать, так... А, не та дверь, там мины были, тебе в другую дверь, там, короче, за стеной невидимая дверь была, вот, нужно было через нее... Все, я ухожу! Куда ты уходишь? Да чё за дичь? Я... Всё. Не хочешь мне сына моего отдавать? Да хватит меня бить! Кать, ну не обижайся! Да ёхань бы побить в синяках буду, не обижайся, пап. Ладно. Я... Ой, Кать, это ты. Сейчас покажу. Да у меня волосы грязные, подожди. Сейчас я сломаю. Слушай, я хочу потроллить её немножко. Я хочу, чтобы ей было весело. Иди сюда. Вот твой сын. Иди сюда. Вот. Он вот не загорает, он чилит там. Чилит. Возле ба... Нет, это не сын. У нас даже оружия нет. Вот, ща... Да отстань ты от меня, паршивец! Подожди-ка, я сейчас с ним разберусь. Вот. Семью нашу спасу. Давай, короче, забираем Антона и потопали домой. Все, я... Ты опять троллишь, это не Антон. Это Антон, Кать! Это Антон. Сейчас его монстры сожру, давай я его сначала домой заберу. Это Антон, Кать! Че я тебе сделала? Че ты, блин, издеваешься? Ты... Где сын мой? Слушай, хватит обижаться на меня, это Антон! Вот сейчас, ладно, с этим я пошутил, хорошо, это не Антон. Но вот это Антон! Вот, он вырос! Кактус! Антон. Это Антон! Чё, ты не узнаёшь родного сына? Как подрос-то! Подрос-то, малец, конечно! Он растет не по дням, а по часам! Кать! Только осторожно, он упасть ещё может. Не надо меня колоть! Ты заслужил! Я не заслужил, а ты заслужила сына родного, слушай, не узнает. Все, сейчас переночуем, и все будет хорошо. Поцелуй Антона. Поцелуй. Смотрите, мать родного сына целовать не хочет. Ты довольна? Вот. А ты вообще какашка. Слушай, хватит со мной ссориться, а? Какашка. Плохая мать хорошего отца какашкой называет. Вот до чего мы дожили с тобой. На этом мы будем заканчивать эту серию. Слушай, я не знаю, честно, что с этим Антоном. Он растет. Растет. Скоро будет больше, чем его батька. Матька. На этом мы с тобой уже закончим эту серию. Я тебе скажу огромнейшее спасибо. Катя что скажет? Ты какашка, а тебе спасибо за просмотр. А сын что скажет? А сын просто еще и разговаривать не умеет. Ты какашка! Ничего он не скажет. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующую серию Катюхи. Я тебе еще раз скажу спасибулечки. Смотри предыдущие серии, а то это мать не дала мне досмотреть ее в начале этой серии. Вот, скажи, что там было, я уже забыл просто. Еще раз спасибулечки тебе огромнейшее за просмотр. Всем удачи и всем пока!